Здравствуйте, здравствуйте. Всем хочу рассказать о том, какая база отдыха в Бердянске. Данная база отдыха находится на средней косе города Бердянска. База отдыха называется Аркада. Мы отдыхаем. 2018 год, 10 августа. Сегодня замечательная погода. На протяжении последних двух недель мы заканчиваем свой отпуск, но и хотим показать, что к чему. Ну, наш номер находится на первом этаже крайнего корпуса, к самого ближнего к морю. Вот такой получается идет палисадник нашего номера, беседка наша, где мы можем спокойно себя вести, где можем проводить свободное время. Есть свет, как вы видите, есть стол хороший деревянный, хорошее мягкое кресло на 3-4. Здесь можно ужинать. Но, по сути дела, отдых везде хорош. В описании стоит сказать следующее. Есть москитная сетка. Легко открыть, зайти. Без проблем посмотреть на ситуацию в номере. Шторы плотные. Если будем днем отдыхать, то не будет никак мешать. Довольно-таки хорошая плотная штора. Есть телевизор. У телевизора есть сзади USB кабель. Можно подключать и хорошо себя чувствовать. По телевизору можно смотреть что угодно. Большой диван, где с женой спали. И ребенок. Илюха, привет. Привет. Вот. Холодильник, который не шумит, тихо работает, спать легко. Сауна. Сауна имеется в номере. Как вы видите, очень удобно, классно. Есть хорошая вся изоляция, деревянная, удобная, прекрасно. Ванная комната довольно-таки большая. Есть простой душ, есть душ стандартный и есть душ уже более гламурный. Нету никакого грибка, все классно, все нравится, шикарно. Хорошая ванная комната, дерево, все. Туалет шикарный, никаких вопросов. Бойлер, как мы видим, постоянно теплая, горячая вода. Ну, в данной ситуации все замечательно выглядит. Выходим на территорию. Идут комнаты. Игровая комната есть. В игровой комнате здесь ребенок проводил много времени. PlayStation 4 стоит. Столовая. Столовая большая, удобная, качественная. Там всегда прохладно, есть кондиционер. Как вы видите, по территории идет музыка везде. С одной стороны динамики, с другой стороны. Удобно, классно, тихо, приятно слушать, отдыхать. Мы глубокий бассейн для взрослых. Прекрасно. Все нравится. Домики по территории в разных местах находятся. Ну и после того, как мы вышли из бассейна, мы попадаем на море. Здесь вот ноги моют. Пляж классный, шикарный, зонтики, все стоит, шезлонги, проблем никаких нет, приятно, удобно.
Супер, все нормально. Вечером подсветка идет вот этих вот шезлонгов, которые на пирсе стоят сбоку. Люди отдыхают, загорают, всем нравится. А вот от нашего номера два шезлонга вот этих. Вот здесь можно приходишь, садишься, отдыхаешь. Так относится к нашей комнате. Здесь можно сидеть и легко себя чувствовать. Тут столик есть. Ставишь столик, накрываешь себе вино, арбуз. И днем можно сидеть, просто сидеть, отдыхать. Поэтому сейчас мы уже уезжаем, потихоньку собираемся. Ну, вот эта зона как бы относится к нашему номеру. И мы с номер заходим, получается, с пляжа. Попадаем на территорию нашей беседки. Хочется последний раз отметить, как на пляже классно. Сказать, что море шикарное, все прекрасно. Все. Более нечего сказать, кроме того, что шикарный отдых, шикарное море и база отдыха Аркада. Всем будет приятно. Также, опять же, вот музыка. Правда, здесь можно взять и выключить. Всего хорошего, понравилось. Рады будем вашим комментариям. До скорых встреч.